Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос, собственно, Кеша, как всегда, со мной, у меня, друзья, вот такой вот, собственно, новый скин, ну как скин, это, друзья, такой вот, собственно, ну как, новый прикидончик, друзья, для сериальчика, что вам могу сказать, в принципе, сегодня, друзья, у нас обзор нового города от Hitplay, друзья, давно, конечно, такого не было, но, в принципе, а почему бы, как бы, не снять такое, да, как бы, у него вышел новый город, ну как, он еще не вышел, друзья, но для меня он фактически вышел, как бы, ну, друзья, короче, это, собственно, Малиновка, вот, как вы видите, это город Малиновка, собственно, я не знаю, что, зачем я это повторяю, короче, друзья, давайте сейчас посмотрим, собственно, вы, друзья, спамьтесь вот здесь, в принципе, так, друзья, также это город русский, в принципе, это логично, если вам сложно, то вы можете делать это в креативе, искать, подождите, искатель, а что это такое вообще? Так, друзья, уже, друзья, идите. Чего, смотрите. Так, здесь у нас какая-то фигня. Добро пожаловать в Малиновку. Малиновка? Подождите, Малиновка. Короче, друзья, да, правило не выходить за пределы карты, прятаться только в специальных отдельных местах. Играть только... А, друзья, это карта, соответственно, по, соответственно, этой. Я понял, друзья, это, друзья, карта пряток. Это карта пряток имба. Это имба, друзья. Здесь даже есть какая-то вот сборочка, в принципе. Ну, блин, я же Hitplay говорил, чтобы он скинул мне именно РП-карту, а не... Ну, в принципе, пофиг, друзья. Так, как он говорил, если я что-то здесь возьму, у меня нахер вылетит Майнкрафт, друзья. Давайте протестим. Фух, друзья. Меня так подфризило, вообще капец просто. Но, друзья, ничего не вылетело. Ничего не вылетело. Ну, друзья, вот какой-то там бессмертие. Есть, кстати, тоже ПНГ. Ладно, я ничего здесь не буду брать, друзья. Давайте посмотрим, если у нас имеется вот такое, собственно... Что это вообще такое? Ладно, пофиг, друзья, забудем. Так, определение игроков. Ну, это все понятно, Так, а как выйти? Ладно, пофиг, друзья. А вот, друзья, выходим, соответственно. Ой-ой-ой, Санечка, что-то лагает. Все, выходим, и тут у нас жители. Че тут забыли? Ладно, пофиг, друзья. Так, это что у нас здесь такое, друзья? Собственно, ну, как вы понимаете, мы вот здесь, собственно, выходим, и нас встречает вот такой вот, собственно, городок, друзья. В принципе, здесь можно... Даже что, почему так лагает? Блин, это жителей убрать, друзья, то слишком сильно лагает. Это капец просто. Бам, все, друзья, уже не особо так лагает. Давайте посмотрим. У нас, друзья, есть мотель. В принципе, друзья, это как отель, только, знаете, в Америке, хотя в России вроде тоже есть мотели. Я, друзья, честно говоря, не знаю, я не разбираюсь, но, в принципе, да. Вот такой, блин, как меня это бесит просто, когда я просто головой ударяюсь, блин, а потолок. Так, у нас, друзья, здесь имеется вот такая вот машиночка. А ну-ка, что здесь у нас лежит? Вот здесь у нас, друзья, ничего. Здесь, друзья, я так понимаю, можно спрятаться вот так вот. Да, друзья, здесь, это, друзья, карта пряток, вы понимаете? То есть здесь можно прятаться с друзьями, понимаете? Если что, скачать эту карту вы сможете. Я думаю, что в телеграме канала... Что несу? Я думаю, вы сможете скачать эту карту в, соответственно, телеграме Hitplay, друзья. В принципе, ну, он там всегда все сливает, да, когда вот так вот, друзья. Собственно, что у нас еще есть, друзья? У нас здесь такая дорога есть, и у нас здесь... что это? Это типа... Как это фигня называется? Амбар или как-то... Ну, короче, там где вот эти вот животные хранятся, там... Хранятся, ну, да. Так, у нас какой-то здесь блок неизвестен, но это, наверное, какой-то модовый. И смотрите, его сломать, друзья, не могу, смотрите. Ну, друзья, если вы знаете меня, то, друзья, если этот город попадет в мой сериал, то, блин, тут будет просто нереальный, просто, как здесь просто, пацаны, ну, блин, ладно, друзья, поживем и увидим, друзья, попадет ли этот, собственно, город в мой сериал, либо же нет. Хотя фиг знает, друзья, это прям это опять-таки прятки все. Собственно, здесь у нас, друзья, вот такие вот жилые дома. Ну, там вот, собственно, дерево. Да, здесь у нас вот такой вот, собственно, железный забор, чтобы, типа, ну, перелезть нельзя. Ой. Тут у нас, друзья, имеется вот такая, что это? Тюрьма какая-то или что? Вообще, Хит говорил, что он хотел с этого сделать мэрию, там, или, типа, что-то этого. Так. Ну, друзья, имба, что я могу сказать? Ну почему здесь вот, типа, такой забор, не знаю, друзья. Здесь у нас, друзья, вот такие вот малёха заброшенные гаражи. То есть вот они обросли, в принципе, эти все фигнёй. Здесь у нас колесо от автомобиля. Вот это вот самого, как бы, блин, прикольно, кстати, сделано. Прикольно сделано, друзья, без модов, в принципе, имба. Дальше здесь у нас имеется вот такая деревня, но это все
ладно. Но это, друзья, всего лишь так как бы этот. Так, стоп. Опа, опа. А это, друзья, у нас как бы, ну... Чего? А, друзья, это уже какая-то... Имба, пацаны, имба, реально. Здесь у нас, соответственно, вот такое местечко для бомжей. Здесь у нас какаха. В принципе, имба, это, друзья, обед хитплея. Вот, он сам не говорил. Дальше у нас здесь имеются очень интересные вещи. Да. Нет, пацаны, так-то имба, так-то вообще имба. Здесь у нас, соответственно, автобус вот такой вот возле остановки стоит. Дальше мы летим вот сюда. Так, тут у нас появляется какая-то дорога. Здесь у нас появляется еще один город, друзья. Здесь нужно опять всех кинуть, потому что, как бы, ну, что лагать будет, друзья. Да, а, тут чего тут никого... Я же только что там жителя видел, не понял. Вон он там бегает. Ну ладно, пофиг, друзья, повезло ему, повезло. Здесь у нас опять-таки один автобус. Блин, эти автобусы, они вообще на полдороге, капец. Мне кажется, когда они будут ехать, я не знаю даже, как они разминутся. Да. Так, а подождите, а здесь есть двери, типа, чтобы залезть? А, вот. Блин, что-то, друзья, нелогично. Двери вообще с той стороны должны быть. А, я так понимаю, нажимаем на кнопку, типа, и мы телепортируемся в другой автобус. Блин, вот это имба, друзья, вот это имба придумано. Это мне хип-плей даже говорил. Вот его, друзья, гаражи. Да, сразу же говорю. Гаражи фигня, а забор топ. Вот забор имба, вот забор прям за такой респект. Вроде бы, здесь уже больше ничего нету. Ну, друзья, здесь у нас еще один, соответственно, жилой сектор, так сказать. Блин, почему у вас так много здесь жителей было, капец. Понарожали, блин, капец, что это за дичь. Так, у нас, друзья, имеется вот такой вот, соответственно, что это? Дом, еще один дом и, соответственно, площадка. В принципе, друзья, имба, площадка, это имба, пацаны. Вообще, можете здесь ходить, в принципе, вообще паркурить, друзья, как я тоже когда-то раньше паркурил здесь. Здесь вот, собственно, да, да. Здесь у нас, друзья, заброшенный вот такой домик есть. Подождите, в него можно как-то попасть? Ну, если, друзья, вы в приключении будете... А, да, можно, друзья, здесь есть, соответственно, вот такой вот заход. У меня здесь почему-то лагает. Почему заход, если уход? Я так понимаю, это дверь выбитая, да? Блин, прикольно, кстати. Но я тоже так раньше делал двери, типа, да, когда модов не было. Хотя, вроде, сейчас модов нету на, типа, дверь, когда она лежит. Друзья, ну, в принципе, имба домик. Здесь тоже можно спрятаться. А, блин, а было бы логично, знаете, сделать вот здесь вот, типа, какой-то тайный проход, типа... Ладно. Если вам понравился этот видос, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Собственно, HitPlay сольет эту карту. Соответственно, 2 числа, я понимаю. Блин, у нас какой? Сегодня, друзья, у нас 30-е, собственно, 2 числа он сольет эту карту. Почему числа? Потому что я не помню, друзья, какой сегодня месяц. Да. Ах, да, друзья, здесь еще есть, да, домики вот такие вот, в принципе. Подождите, это у нас 5-ка вроде бы, да? Здесь у нас заправочка вот такая вот, имба. Имба, друзья. Но я, конечно же, эту заправочку не буду взрывать, да, как бы, но... Блин, хотелось бы, конечно, хотелось бы, но ладно, не буду. Собственно, с вами был Костыль. Собственно, всем пока, друзья. Ссылка на телеграм-группу, соответственно, HitPlay есть в описании. Что это за фигня? Я даже выкинуть не могу, смотрите, что это такое? Беспредел, блин. Да, короче, друзья, всем пока-пока.